Здравствуйте. Хочу прочесть вам сегодня притчу монаха Семена Афонского «Столб». На улице у тротуара установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря, что если фонарь погаснет, то уж наверняка можно будет о столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45.